Тепла и ласки ждут не только родные, но и братья наши меньшие, особенно те, которые мечтают обрести новый дом и заботливых хозяев. В наш эфир возвращается самая нежная рубрика «Пристроим вместе». Сегодня наш корреспондент Ольга Бакина расскажет о добермане Мартине, который с первых минут съемки покорил ее сердце. На экранах зрителей Первого городского канала вновь появился любимый многими проект «Пристроим вместе». А это значит, что сегодня мы познакомимся с новым героем. Сегодня он особенно красив и брутален. Хочу вам представить Мартёшу. Мартину всего год и 8, но он оказался на улице. Очень активный, жизнерадостный, любит побегать, поиграть. К другим собакам очень позитивно настроенный. Допустим, кто-то к нему подходит и так, ну, не очень хорошо себя ведет. Мартин спокойно отходит в сторону, он никогда не лезет в драку. Очень любит детей. Это чистокровный доберман, но вот, к сожалению, не только дворняжки оказываются на улице. Какой хозяин нужен для Мартина? Конечно, человек, который понимает породу, который готов заниматься с этой собакой. Если человек активный, любит долгие прогулки, то вот, пожалуйста, Мартин создан именно для него. Нужна ли какая-то специальная диета Мартину? Мартин сейчас на сушке. Хозяин может выбрать либо сушку, либо натуральное питание. Хочу сказать, что Мартин шикарный пес. Я думаю, что любой человек будет рад, имея такую собаку. Вот. И во дворе им будут завидовать обязательно. С ним ни одна подворотня не страшна, правда? Нет, это точно. Если вы хотите познакомиться с этим статным красавцем лично, то срочно звоните 8 912 700 15 50. Оля Бакина, Дмитрий Бритвин и Мартин. Информационный канал «Город».